телерадиокомпания «7», Дворец пионеров и школьников, областная библиотека имени Асеева представляют «Песни Победы» в исполнении курян. Помним, знаем, поем. Поэзия Александра Жарова была широко известна в молодежной среде 20-40-х годов. Его также знают как поэта-песенника. В начале войны первыми удар врага приняли на себя пограничники. Много песен посвящены именно им. Одна из них – «Грустные ивы». Музыку к словам Жарова написал композитор Матвей Блантер. В первые дни Великой Отечественной погибло много солдат, служивших на границе. И заслуженно песня рассказывает об их героическом подвиге. Грустные ивы склонились к пруду, месяц плывет над волной. Там у границы стоял на посту ночью боец молодой. В темную ночь он не спал, не дремал, землю родную стерег. Чаще лесной он шаги услыхал и с автоматом залег. И с автоматом залег. Темные тени в тумане росли, туча на небе темна. Первый снаряд разорвался вдали, так начиналась война. Трудно держаться бойцу одному, трудно так отбить. Вот и пришлось на рассвете ему голову честно сложить. Вот и пришлось на рассвете ему голову честно сложить. Грустные ивы стоят у пруда, месяц глядит с вышины. Сонному берегу шепчет волна имя героя страны. Вместе с победой спокойные дни, к дням вернулись края. Ночью над тихой заставой огни вновь зажигают друзья. Ночью над тихой заставой огни вновь зажигают друзья. Ждем от вас истории, связанные с песнями военных лет по адресу 305-029, город Курск, улица Красный Октябрь, 10.